В Нью-Йорке состоялось специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное Международному дню действий против ядерных испытаний. Напомню, эта важная дата была учреждена по инициативе Казахстана и восьмой раз отмечалась в Организации Объединенных Наций. В этом году форум привлек еще больше внимания в связи с последними событиями в мире. Подробности в репортаже нашего собственного корреспондента в США Майры Абдрахмановой. Практически каждое выступление на международном форуме в штаб-квартире ООН начиналось с благодарности Казахстану. Учрежденный по инициативе нашей страны Международный день действий против ядерных испытаний оказался весьма актуальным. Его роль и значение в мире отметил в своем обращении к участникам специального заседания генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш. После провозглашения этого дня многочисленные усилия на правительственном уровне, а также широкие движения гражданского общества помогли продвинуть вперед дело запрещения ядерных испытаний, подчеркнул глава этой авторитетной международной организации. О важности инициативы «Казахстан» говорил и представитель Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томпсон, открывая нынешний форум. Международное сообщество воспользовалось возможностью проведения этого мероприятия для того, чтобы подтвердить свою приверженность обеспечению мира и безопасности, отметил он. Верховный представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу призвала участников заседания Генассамблеи ООН к коллективным и твердым действиям на пути к миру без ядерного оружия. Она поблагодарила Казахстан за усилия по информированию мирового сообщества о пагубных последствиях ядерных испытаний и достижению полного их запрета. Руководитель казахстанской делегации, заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко рассказал о новых инициативах президента Нурсултана Назарбаева, озвученных 29 августа в Астане. И вновь они стали ориентиром на будущее без ядерных испытаний. На этом мероприятии практически каждая выступающая делегация, а таких делегаций записалось около 40, отмечает вклад Казахстана, лично президента Нурсултана Назарбаева, в закрытие Семипалатинского ядерного полигона, в стимулирование мирового процесса ядерного разоружения. Конечно же, сегодняшнее мероприятие также предоставило очень хорошую площадку для обсуждения тех новых инициатив в сфере ядерного разоружения и нераспространения, с которыми глава Казахстана выступил 29 августа на церемонии открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ. И надо сказать, что такие инициативы находят живой интерес со стороны экспертов в этой сфере, со стороны различных делегаций. И я уверен, что они будут и в дальнейшем обсуждаться, и находить свое воплощение в том или ином виде, потому что эти инициативы исходят от человека, который не только внес и вносит огромный вклад в дело ядерного разоружения, но это и человек, который имеет моральное право выступать с такими инициативами. И об этом сегодня также говорилось и не раз, в том числе руководством Организации Объединенных Наций. Мы знаем, что президент Назарбаев, он, как это здесь говорят, он чемпион ядерного разоружения. Он давно и последовательно проводит мысль о необходимости всеобщего ядерного разоружения. Это, конечно, благородная цель. Это цель, которую должно перед собой человечество иметь. Другое дело, что в реальности современная обстановка и современный уровень стратегической стабильности, он, к сожалению, в данный момент не позволяет этой цели достигнуть. Но то, что такая задача ставится на перспективу, это, безусловно, очень важно и вызывает уважение. Участники форума говорили о необходимости скорейшего вступления в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и призывали оставшиеся 8 стран присоединиться к этому процессу сокращения глобальной ядерной угрозы. С 2015 года Казахстан и Япония являются сопредседателями конференции по содействию вступлению в силу этого договора. Я очень рад принять участие в этом важном форуме. Мы сами пострадали от атомных бомб и глубоко чувствуем, когда стараемся внести вклад в безъядерный мир. Международный день действий против ядерных испытаний – это прекрасная возможность собраться вместе и выразить строгую позицию по этому вопросу. Казахстан и Япония вместе выступают за безъядерный мир. Наши страны сотрудничают в разных сферах, но вопросы безопасности важнее всего. В выступлениях делегации звучала тревога по поводу событий на Корейском полуострове. Они осудили очередной запуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи и призвали соблюдать международные обязательства. На этой неделе ракета КНДР достигла территории Японии. Вчера мы единогласно приняли заявление председателя Совета Безопасности ООН, осуждающее эти испытания. Что очень важно, мы в этом заявлении подчеркнули, что военного решения северокорейской проблемы не существует, и что мы должны предпринять все усилия, которые мы можем предпринять, для того, чтобы найти политическое и дипломатическое решение этой острой проблемы.
Вчера мы единогласно приняли заявление председателя Совета Безопасности, осуждающее эти испытания, но одновременно мы, что очень важно, мы в этом заявлении подчеркнули, что военного решения северокорейской проблемы не существует, и что мы должны предпринять все усилия, которые можем предпринять для того, чтобы найти политическое, дипломатическое решение этой острой проблемы. Майра Драхманова, Ринат Садыров, Хабар 24, Нью-Йорк, США.